На площадке форума, сделанном в Ульяновской области, подвели итоги 10-го образовательного проекта «Мама-предприниматель». Церемонию награждения провел временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских. Гран-при получила Гульнара Полякова. Победительница воспитывает 5 детей и занимается бизнесом. Гульнара открыла швейную мастерскую, в которой она вместе с сестрой производит чехлы для детских стульев. Деловая мама – маркетолог по образованию. А благодаря профессиональным знаниям продвинуть свой проект не составило труда. Выигранные 100 тысяч рублей она вложит в развитие семейного подряда. Оборудование. Швейные машинки хорошие, промышленные. Там несколько видов. И в интернет-продвижении. Это оплата таргетированной рекламы на Facebook, создание сайта, оплата SEO-продвижения в поисковых системах. Обладательница приза зрительских симпатий Мария Дубова также развивает семейный бизнес. Мама 3 из Цельнинского района владеет подворьем из 25 коров. Первым делом купили оборудование, а затем пополнили штат буренок. Больше всего Мария благодарна супругу. Его чуткость и забота сыграли главную роль в развитии дела. Мой любимый супруг пришел домой, сказал, что у нас детки, их нужно кормить натуральными продуктами, и предложил завести коров. Прежде чем завести коров, я ему сказала: если ты купишь доильный аппарат, то я полностью согласна, но если этого не будет, естественно, руками доить я не буду. Ну, прошла неделя, мужчина мой любимый принес это доильный аппарат. Юбилейный проект имеет социальную направленность. В этот раз участвовали только многодетные и мамы особенных ребят. По планам организаторов, следующую образовательную площадку проведут в Димитровграде. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.